Чимин или Пак Чиминутый Парк Ямин корейский родился 13 октября 1995 года. Более известный, как Майнану Маусла Ямин, является южнокорейская певица автор песен и танцовщица. В 2013 году он дебютировал в составе южнокорейского бойсбенда BTS под лейблом Big Entertainment. Ранее жизнь и образование Пак Джи Минута родился 13 октября 1995 года в районе Кемчон, Пусан, Южная Корея. Его ближайшие родственники включают его мать, отца и младшего брата. В детстве он посещал начальную школу Хадонг в Пусане и среднюю школу Йонсон. В средней школе он посещал академию Юзданчи и изучил папинкеллокирующий танец. Необходима цитата «До того, как стать стажером, Чимин изучал современный танец в высшей школе искусств Пусана и был лучшим учеником отделения современного танца. После того, как учитель предложил ему пройти прослушивание в развлекательной компании, это привело его к Big Hit Entertainment. Пройдя прослушивание в 2012 году, он перешел в среднюю школу корейских искусств который окончил в 2014 году. Чимин окончил Глобал Чибер-Университет в августе 2020 года по специальности радиовещания и развлечения. С 2021 года он поступает в Ханьянский Кибер-Университет, где получает степень магистра делового администрирования в сфере рекламы и СМИ. Здравствуйте! Подписывайся на канал, нажми на колокольчик.